my god. Вау! Класс! Сколько они пакетов? Три пакета запаковали. Нравится? Ну, короче, ладно. Такой рюкзак. В общем, купили мясо, 5,24 стоит такой вот штучки такие, вырезка. И здесь 5,12 такой лоток мяска. Так что сейчас замариную, короче, его. И на завтра пожарить что-нибудь такое, шашлычок какой-то, еще чего-то. Кому, Марин? Тебе на обед. На завтра? Да. Ты что так мало? Нормально. Это мало. Худей. Ну это мало, надо побольше. Что ты? Что, мясной салат? Да. Это только на завтра, да? Это только на завтра. Если честно, вот выходной, да, один, и я даже не знаю, что мне вообще делать. Ну, то есть, я-то знаю, что мне делать, но очень много чего хочется сделать, но за один день я ничего не сделаю. Нужно будет и в гараже поубираться, и дома здесь нужно какие-то документы послаживать, еще чего-то. Ребят, ну что, с нами помощник Гаррет, ас 400-й. Поэтому идем сейчас на этот пляж, покопаем немного, часик, и потом перемещаемся. Капец, там он уже копают без меня. Вон залезли мужики в воду, и там уже копают. Человека 4, наверное, да? Так что надо пораньше вставать, а не так, как я, в 10 часов. Смотрите, я буду снимать коп не так, как я там копаю, еще чего-то, а буду снимать видео, когда я уже выкопал что-то. Поэтому вот так вот. Потому что так будет намного быстрее. То есть выкопал что-то, даже мусор какой-то, и сразу вам показал. Сегодня день просто красота. Сейчас начнем оттуда вас сначала. У нас на все про все 2 часа. Потому что нужно будет Катю со школы забрать. Вот оттуда вас с конца начнем и погнали. Смотрите, сколько чаек. Красота. Гляньте, сколько чаек. Ну что, первая находка. 1 цент. Ну что, квотер. Вирджиния. 1788 года, 2000 год, квотер такой, прикольно. Ну что, еще 1 цент, я не знаю, здесь одна ходячка, здесь это гиблое дело, мне кажется, ходить на этом пляже, вообще одна ходячка, никто ничего не теряет. Короче, нашел дайм 1967 года, это 10 центов, такой подстертый уже находка. Короче, уходим от этого пляжа и едем дальше. На 20 сантиметрах Монтана 1889. Это образование, так понимаю. Короче, квотер. Одна ходячка. Ну ничего, тоже находка.
на ходячка, нет бы там часы какие-то золотые найти, или там кольцо золотое какое-нибудь, сережки. Но нет, одна ходячка, центы, даймы, в общем, квотеры. Ну, туда-сюда уже и доллар насобирали. Ну так, ладно, переправляемся в другое место. Здесь ловить нечего, здесь рыбы нет. Забрали Катю со школы. Он, я уже показывал эту школу. Ага. Сейчас оставляем ее. Вон Катя. Катя, привет. Привет. Короче, нужно немного подкрепиться, прежде чем на коп ехать. Взял обратно в Макдональдсе чизбургеров. Чизбургеров, что там у нас есть. Картошка фри и два чизбургера. Да. Ну и доктор Пеппер. Сейчас подкрепимся и поедем. Что, ребята, поехали в путешествие на парк, а потом уже куда глаза глядят. Хочу вам показать окраинности здесь штатов. Так и не получилось вам показать. Если с парка нас не прогонят. Я надеюсь. Ну какая саранча сидит. Ё-моё. Короче, приехали в парк. Я не знаю, может, нас кто-то тормознет здесь. Но сейчас будем, посмотрим, где что к чему. Не будем ходить по газону копать, а чисто где-то в лес уйдем. Это называется, в общем, парк Йети. Как типа большая нога. Ну, кто знает Йети, я думаю. Почему так назвали его, я даже не знаю. Может, загуглите, посмотрите. Bigfoot Beach Park называется. Парк большой ноги. У меня нога вроде 45 размер, нормальный. Ребят, по-любому в парке что-то будет. Короче, заходим в парк быстрее, пока никто не видит. Чтоб не было здесь полиции, короче. Нычкуемся. Не знаю, попробуем, что-то за дорога, я не знаю даже. Ну, короче, попробуем что-то поискать. Тут зимой можно дерево походить. Что там, возможно, и будет. Ну, блин, парк прикольный. Все, ночкуемся. Ну что, первая находка — это пробка. Класс. С первой находкой меня. Поехали дальше. Это мы только зашли сюда. Ребята, вы сейчас просто офигеете. Смотрите, ямочка. Дорога. Ну, она спускается вниз, я прошел здесь буквально метров 10, может. И вот на окраине здесь, возле дороги. Смотрите, что манитос. Ребятки, я еще не распаковывал, не смотрел. То есть, ну, не открывал землю, вот он. Посмотрите. Офигеть, первая монета! Первая монета в парке этом. Просто жесть, открываем. Что это вообще за монета? Старинная, походу. Блин, давайте... Тут ее надо мыть, я не знаю, она очень старая. Что за монета, не знаю. Давайте я почищу, сейчас покажу. А, здесь еще одна рядом была. Это, короче, цент. Только он уже давно здесь лежит. 2 цента лежит. 1964 год. Так вот, в коллекцию. Ну, вот здесь тоже на дороге. Дайм 2005 года. Вот здесь вот. Ну что, продолжаем дальше. Ну, нормально пойдет. Куда-то мы вышли, какие-то домики здесь. Вон там. Короче, нашел какую-то гирьку. Я так понимаю, это что-то рыболовное. Очередная монета. Как мне нравится, когда такое зелененькое выступает. Это окисление меди или как оно? Вот здесь, я не знаю, что это такое. Сейчас зайдем, посмотрим, что это такое. Ходим по парку. Тут лес вокруг. Ну, в лес не зайти, там травы дофига.
Это мы вот ходим здесь. Я думаю, здесь газона нет, это чисто трава. Нас никто не должен прогнать отсюда. Поэтому тихонечко в наушниках. В наушниках комары, правда, доливают. Вот так вот монетки собираем. Вот такие. Сейчас посмотрим, что это за монета. Давайте. Ёп. Она какая-то вообще старинная нафиг. Давно здесь лежит. Короче, почистим, сейчас посмотрим. Здесь какая-то халабуда. И здесь вот написано Sorry for the mess. Do not enter. Извините, короче, что типа за беспорядок какой-то внутри. Его забили. Не входить. Что это такое, не знаю, наверное, какие-то домики для отдыха. Там он еще озеро идет. Вон оно. Так что вот так. Какая-то этикеточка. Service dog. Короче, здесь в Америке есть собаки, которые слепых, в общем, водят. Их называют сервис, сервисные собаки. Вот это такая этикетка от нее. От собачки. И номер телефона. Люси. Собаку зовут. Пробка. От пива, наверное. Какой-то Мейст Брау. Кастом что-то. Короче, так. Ну, нифига себе, какую находку нашел. Это старая пробка от Пепси. Смотрите, какая. Даже тут три пробки от Пепси. Смотрите, одна в одну сложены. Жарковато, конечно. Ух. Ну, мы уже знаем это место. Будем ходить сюда изредка. Поэтому нас никто пока не прогоняет. Может, пока не увидели. Ну, вот так вот ходили по этому парку. Ходили по этому парку. Ну, так попадается ходячка. Ну, 1964 года центы попадаются. Ну, вот так. Так, куда мне пойти? Не знаю, тут написано Nature Trail какой-то. Тропа, наверное. Туда, либо сюда, либо туда, либо туда. Смотрите, какой уголок старый лежит. Был бы, он в Беларуси бы так не лежал. Если был бы на копе, вот такой уголок бы, как рифленый, не лежал бы. Поэтому мы его не забираем, я не знаю, где здесь металл сдавать. Надо будет узнать. Комары одолели. Здесь, короче, животные бегают. И олени, и еноты. Короче, кого тут только нет. Вот, выкопал. Здесь он прошелся. Сразу монетка. Короче, мне везет на центы. Ну, старая. Ну, старая монета. 1959 года. Один цент. В коллекции. Я видел только, что один мужчина прошел с собакой и все. А так... Я не знаю, вот этот металлоскатель, это утокенный спорт. Весь потный, мокрый. Попробуйте вот так вот подвигать этим. Ну класс, отдыхаю сегодня вообще на улет. Вот знаете, что я еще понял главное? Вот это вот я почувствовал теперь энергетику копа. Почему? Потому что на пляже это не то, а в лесу это самое то. Здесь хоть монеты находятся, ну старые я имею в виду. Что-то да найдется. Надо будет почитать за историю за этот парк. Что он себе представляет. Какие находки могут быть. Так что вот так вот, ребят. Наконец-то вспомнили, как мы по Беларуси, помните, ходили на коп. Так теперь в Америке ходим на коп вообще. Вот такие впечатления, как будто вот сейчас нахожусь в лесу, но я в США. А на самом деле, как вот в Беларуси нахожусь в лесу, вот реально. Такой же лес, то же самое, как и в Беларуси. Ну, немножко по-другому, но практически то же самое. В Беларуси в основном хвойные леса. А здесь вот такие там, я не знаю, дубы, еще чего-то там есть. Ребята, белка. Вон. Ах, убежала. Ё-моё. Кто там ходит нафиг? Шевелятся ветки. Хотя бы медведей здесь не было, ё-моё. Я не знаю, здесь столько дорог.
как он называется, Aquisitum Living Fossil. Кто здесь, наверное, живет, он совы, что-то еще. Лавочка он стоит. Блин, тут его за целый день не обойти, ребят. Тут столько ходов этих. Какие-то яблочки цветут, растут. Как райки. Ранетки, или как они называются. Но мы не будем пробовать, еще траванемся на его баню. Короче, пошли дальше. Не знаю, тут столько ходов. Я же говорю, за целый день его не обойти. Ну вот, на этой дороге. Вот она монета, что-то меня фартит. Смотрите, какая. Что это за монета, я не знаю, сейчас будем. Наверное, квотер. Ну, давно лежит здесь. Смотрите, насколько он закопан. Да, это квотер, ребят. Кстати, в хорошем сохране. 1979 года. Вот это фартануло. Квотер 1979 года. Вот это в коллекцию точно пойдет. Офигеть, ребята. 79 год. В хорошем сохране. Забираем. Ну все, у меня привал. Вон металлоискатель. Лопата моя. Вот такая. Саперная, кстати, она удобная. Складывается. Я ее очень недорого купил на СБЕ. У нас привал. Ух. Вон какие дубы стоят. Правда, не хочу там лазить. Там, блин, какие-то, может, кобры, змеи, но в бане не хочу там. Может, в следующий раз, когда штаны одену, сейчас в этих шортах и белых носках. На коп вышел. Как ни крути, а здесь в лесу все равно отдыхаешь. Не так, как сам коп, как само там что-то найти или еще чего-то. А вот сам отдых, даже дышишь воздухом. Какие-то зверушки он бегают, там белки, олени там и тому подобное. Ну круто. Смотрите, даже не копал на поверхности. Монетка. Ну как обычно. Цент. 1 цент 1981 года. Практически на том же месте 1964 года. 1 цент. Тут рассыпуху кинул с бугорка. Да, это точно. Кто-то пьяный, наверное, катился с этого бугорка. Вот еще монета, но я уже ее выкопал. Вот такую вот ямочки. Вот она. Это у нас, походу... А, ну опять цент. Да, надо будет почистить, посмотреть, какой год. Старый он. Ребят, в хорошем состоянии. Вот такая крышка с под кока-колы. И это реально старая крышка. Вот наберите, может, в интернете. Coca-Cola Caramel Colored. Как видите. Возможно, это старая. Но она в хорошем состоянии, сохраним ее себе в коллекцию. Смотрите, как сохранилась вообще. Ну смотрите, ребят, сразу говорю, что здесь монета. '83-79. Вот на дороге. И вниз дорога идет. Копаем вживую. Так, берем лопатку. Мне неудобно. Надо сейчас камеру положить или выключить. Сейчас я выкопаю, покажу. Что-то не похоже на монету, какая-то крышка. Под чего, не знаю даже. Что-то там трей. Гренди. Ну, короче, ладно. Берем ее себе. Выбросим мусор. Ну что, ребята, итоги копа таковы. В общем, дайм 10 центов, цент. Нужно их почистить, будет цент из ходячки. Квотер старый, 79 года. В хорошем состоянии. Вот он идет.
Потом это тоже центы. И, короче, на центы. Центы старые, кстати, здесь есть. Ну, вот у нас из денежек что вышло. Но я считаю, неплохо. Покопали сегодня. В коллекцию добавим. Это идет у нас пробки с-под Кока-Колы. Я так понимаю, предполагаю, что старая. Это тоже с-под Пепси. Старая по-любому. Это, я не знаю, с-под пива или с-под чего-то. Брау какой-то. Надо будет везти. С-под водяры, наверное. Это старые крышки тоже. Что на них обозначено, не знаю даже. Тоже крышки старые. Ну все, а это все мусор. Вот это идет в мусор. А это оставим денежку в коллекцию. Ну, в общем, вот такой у нас сегодня коп был. Ну, я считаю, неплохо. Мне, кстати, вот этот квотер нравится, 78-го года. Мне вот интересно, он не серебряный случайно, а? Мне кажется, такой, я предполагаю, что он серебряный. Ребята, это походу серебро. Да, это серебро, ребят. 100% серебро. Потому что оно бы окислилось. Был бы такой вот старый из нового. А это серебро. Надо будет проверить. Как вот проверять? Ребят, напишите в комментариях, как проверять серебро. Все, то, что я хотел, то я нашел. Теперь буду постоянно, в общем, выходить сюда. Ну, не постоянно, как будет время, в общем, буду выходить и уже буду вам показывать находки. Так что вот так. Погода класс вообще. Не сильно жарко. Ну, правда, я в лесу вспотел, и комары еще немного дали джазу мне. Но так нормально. Мне понравился коп. В общем, поехали жарить шашлык. И я запишу еще одно видео о... Как мы вообще переезжали в Америку, как нам здесь в Америке сейчас. Вывод могу сделать после одного года. Поэтому давайте встречайте другой выпуск потом уже. Спасибо вам большое за огромную кучу комментариев, то, что вы пишете. Не так. Спасибо вам огромное, то, что вы ставите лайки и дизлайки. И огромную кучу комментариев пишите. Вы в это время пишите в комментариях, какое бы видео вы хотели, чтобы я выставил, либо заснял. Ну, по поводу, я не знаю, где-то попутешествовать. Что вы хотели вообще, вот, как бы, ну, узнать чего-то, я не знаю, а может не узнать, просто так. Поэтому все, пишите в комментариях, что-нибудь пишите. Ладно, что-нибудь пишите. Поехали. Уже и Настя приехала на школьном автобусе. Она пошла уже. А вот и дождь. Не получится у нас мясо пожарить. Поэтому дождь идет.